Час назад во всех районах города закончились горячие линии по вопросам отопления. Линии действительно были горячими, звонки поступали непрерывно. А вот батареи во многих домах Красноярска, как выяснилось, до сих пор холодные. На ваших экранах кадры из администрации Октябрьского района. Ее глава Алексей Маслов вместе с руководителями управляющих компаний выслушивает жалобы от жителей Словцова, Мирошниченко, Гусарова. Перечень улиц, где еще нет отопления, велик. За два отведенных часа выслушать всех просто невозможно. Тех, кто сумел дозвониться, взяли на контроль и обещали проблемы с отоплением устранить. А возникают они в основном из-за воздуха в трубах домов. Кстати, в соседних с Красноярском городах, Сосновоборске, Железногорске, Дивногорске, в поселках Емельянова и Березовка подобных линий вообще не организовывали. И кому жаловаться местным жителям на коммунальщиков, непонятно. Разрывались телефоны сегодня в нашей редакции, звонили десятки недовольных горожан, хотя проблем с отоплением вообще быть не должно. По крайней мере, это обещали городские власти. И в студии мой коллега Денис Новожилов, он записывал сегодня адреса, где батареи до сих пор холодные. Денис, я так понимаю, что возмущенных очень много. Какие у вас вот данные сейчас? Возмущенных действительно, Ксения, очень много, и вот жалобы поступают абсолютно со всех районов города. Хотя отопление во всех домах, квартирах Красноярска должно было появиться еще 22 сентября. Именно к этой дате должны были быть завершены все подготовительные работы, а тестирование коммуникаций вообще началось 17 сентября. Особое поручение во избежание вот таких вот традиционных осенних проблем давал и глава города своим подчиненным. Давайте послушаем интервью Эдхама Акбулатова за 7 сентября еще. Речь идет о координации действий всех участников процесса. То есть теплоснабжающая организация, управляющая компания, ТСЖ, районные администрации, все должны действовать по единому плану. Видимости скоординировать действия не получилось. Сегодня уже 24 число, а отопления в некоторых домах по-прежнему нет. Звонили нам сегодня с улиц Забабонова, Ладокицхавели, Никитина, Судостроительной 99, Павлова 76. Вот на Копылова 66 в первом подъезде холодные батареи. Люди ходят по квартирам в теплых вещах, как мы сейчас видим на этих кадрах. У каждого из них уже свои отработанные способы обогрева. Замерзаем, кто чем. Раньше мы обогревались, когда у нас так холодно было. Мы ведра нагревали, горячую воду, ведра ставили, дверь закрываешь и тепло создаем. Бутылки. Бутылки горячие. А как больше? Там у нас младенцев тут, человек 6, наверное. По данным департамента городского хозяйства, на сегодня, на утро, отопление отсутствует в 67 объектах Ленинского, Кировского, Центрального и Свердловского районов. Но, как понятно по сообщениям, которые к нам поступают, и в других территориях такие же проблемы. Кстати, ваши жалобы на холодные батареи мы принимаем и в течение всего этого выпуска. Сообщайте адреса, где по-прежнему нет отопления, на наш смс-сервис, его номер 9020, далее про Бел, пишите ТВК и текст, а также звоните к нам в редакцию по телефону 265-45-00. Все адреса, где сейчас нет отопления, холодной батареи, мы попробуем озвучить в конце выпуска. Я представляю, что сейчас происходит в нашей редакции. Ну что ж, вас ждем со списком уже позже. Хорошо. В нашей студии. Ну и мы возвращаемся к теме отопительного сезона. Не для всех он пока, конечно, стал отопительным. И в студии Денис Новожилов. У него есть список тех людей, которые звонили к нам в редакцию. У них нет отопления, так понимаю. Список, смотрю, большой. Три листа. Успеем все зачитать? Ну, к сожалению, нет, Ксения, потому что это только улица, да, если еще перечислять все дома. Ну, выборочно мы сейчас огласим. Выборочно, да, я думаю, вот есть один из адресов. БСМП, например, 6-й этаж, неврологическое отделение, нет отопления. С Можайского 23 очень много звонили. Судостроительная 75-119, Красраб, Щерса, Словцова. Ну, как видим, абсолютно со всех районов поступают звонки, и очень много, и они продолжают поступать. Сейчас мои коллеги их принимают. Я еще хочу добавить то, что и горячие линии продолжают работать по районам. Да, телефоны вы сейчас можете видеть на экране. Звоните, жалуйтесь. Кстати, проблемы с отоплением не только в Красноярске, как выяснилось. Последние дни нам звонили также жители Дивногорска, Сосновоборска, Березовска.
Ивановки. Там тоже в некоторых объектах батареи по-прежнему холодные. В Железногорске отопление дали частично, но там, где дали, начались проблемы с горячей водой на экранах. Вот вы сейчас как раз видите ее цвет. Как утверждают жители закрытого города, пахнет вода нефтепродуктами, а в ванной после нее остается маслянистый налет. Ну вот так вот, не одно, так другое. Я же вам хочу что сказать. Продолжайте звонить к нам в редакцию и присылать сообщение на номер 9020, пробел Далее ТВК. Все адреса, которые вы нам прислали, мы завтра же с утра передадим в городскую администрацию и проследим, да, как там все это будет дальше решаться. Да, самое интересное, каждый год мы слышим, да, теплоэнергетиков к отопительному сезону на 100% готовы. В этом году даже заранее, видите, хотели позаботиться. Не получилось, как видите.